Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar met a bitch on tour. Cam did too. Cam did too. Dollar met a meal on tour. Cam did too. Cam did too. Здорово всем, с вами я, мистер Чир, мы продолжаем карьерку за вратаря в НХЛ-ке 20-й, и у нас очередные две игры, и эти две игры у нас первая, это с Ванкувером, а вторая, надеюсь, с Филадельфией. Ну что, не будем долго мучиться, равные команды мы с Ванкувером, и нужно их обыгрывать, полетели. Погнали, первое выбрасывание выиграно, можно начинать атаку, и почему же сам не бросал? Миллер на Петерсона, Петерсон, мимо, Миллер, Робертсон, отбиваем, мимо, Эйсканен, передача на Клинберга, Клинберг на Павелски, Павелски Клинбергу, Демко, бросок в ближний угол, закрыто, Родригес. Отбили. Защита, хорошо. Попки подставляем. Хинц выкатывает. Под бросочек есть бросок. Там уже голкипер переместился. Хинц. Передача на пятак. И здесь, как мне уже писали, это Комо. Окей, Комо так Комо. Блейк Комо. Какой ты лысенький, оказывается. Смотрим на повторе. Хинц, передача. И тут просто подставил клюшечку для того, чтобы шайба отправилась в дальний угол. Хорошо. Хорошее начало. Виртанен. Передача прошла Эриксону. Перекрыли низ. Защита. Хорошо. Справляется. Ох ты, из-под защитника сейчас вывалилась шайба. Закрыли. Бен. Бросок. Добить. Защита. Миллер. Эриксон. Отбиваем. Радулов. Александр. Передача хорошая на Бена. Бен был один. Но почему же замедлил с броском-то? Миллер. Бросок в ближний угол. Закрыто. Миллер. Вошел. Петерсон. Отбили. Отбили. Хорошо. Возвращаемся в ворота. Петерсон вылетает в зону. Передачу отдал. Не дотягивались мы до шайбы, но, слава богу, было мимо. Все, шайба выходит из зоны. И заканчивается первый период. 1-0. Мы ведем пока по броскам. 9-4. Перебросали нас. Причем очень даже сильно перебросали. Сигин. И бросок. Голкипер. Пирсон. Отбили. Где шайба? Но мы же ее прижали, нет? Как так? Ну, сейчас я, честно, расстроен. Почему? Автогол. Надо смотреть на повторе. Вот мы ее отбиваем. Непонятно. Но вообще вот здесь можно атаку вратаря найти. Вот в этих вот действиях Персона, но... Да, шайба залетает, ее засчитывают. Обидно. Миллер, Персон. Оп, тут отбили. Отбил! Фух, дотянулся. Пас до Радулова доходит. Радулов один в один будет обыгрывать? Нет. Просто прокатился. Бросок. И Демка шайба прижимает. Факса в зоне. Факса передача. Факса бросок. Демко. Эриксон, Виртанен. Ну как его одного-то оставили здесь? Отбил. Мимо. Камера с ума сошла, если честно.
Хаджес, не дали бросить, вот только сейчас будут бросать. Хорошо, что именно в эту сторону разворачивался для броска. Комо, бросок. Есть бросок, добить, шайба в воротах. Ну вот так вот вам и ответочка. 2-1, мы вновь повели, Хинц хорош. С передачи Комо, как я понимаю, он же бросал по воротам. Бросок и сразу же добивание. Хорошо. Хорошо. Но здесь бы, если бы я был на месте голкипера, я бы тоже никак не смог засейвить этот бросочек. Персон. Отбил. Фух, успел. Не даем бросать. Миллер. Закрыли Анис. Миллер. Передача. Бен перехватывает. Бен один в один мог укатывать, если бы бежал бы сам. Радулав. Бросок в дальний мимо. Аккуратненько. Будет бросать. Переигрывают. Хорошо, защита играет. И последние 30 секунд. Ой-ой, мимо. Бросок синий. Не дали бросить. Взял. Итак, 16 бросков по нашим воротам и одна шайба заброшена. Окей. Третий период самый жаркий будет. Все-таки ведем в одну шайбу. И Ванкувер Кеннекс сделает все, на что способны. Господи, уже заговариваюсь. Удаление. Вот он и шанс для Ванкувера. Это удаление. Проиграли вбрасывание. Точнее, выиграли вбрасывание, но его сразу же отдали. Одна шайба залетает в ворота. И это Персон. Второй гол за сегодня. Смотрим на повторе. А, капитан еще ударился. Молодец. Отличная передача под бросок. И здесь шайба залетает в ворота, в ближний угол. Вот даже не видно на повторе, как эта шайба залетела. Представляете, какая скорость была? Пум. Она от штанги залетела. Ну, тем более. Здесь я не знаю, как нужно было мне переместиться, чтобы отбить. Твою ж дивизию, она вылетала и от нас залетела. Радулав, давно от тебя не видел шайб. Вот если бы сейчас дошла, я думаю, если бы сейчас дошла, я думаю, был бы гол. Отбили. Прижать. Закрыли. Как он сквозь меня шайбу отправил? Ну, елки-палки. Александр, передача на Сигина. Сигин, Бену и в ближний угол. Здесь голкипер. Миллер. Взял. Два раза брал бросок. Опа! Ничего себе бросочек. Неплохой. Да этому чуваку везет с бросками. Господи. Гол до хэт-трика ему остался. Пошел. Куда подальше. Проиграли вбрасывание. Факса. Факса! Передача под бросочек, Линдел мимо. Залетает опять, отбиваем, и она залетает. 3-2. Что же за невезение-то такое сегодня? Бросок понизу. А, тут подставленная клюшка. Да как она поднялась? Она же летела по льду. А, и конька еще и подняла.
Ну это вообще просто какое-то невезение. Ну серьезно. Так не вести может только нам. Ну давайте, пацаны, 11 бросков всего лишь за 3 периода, это очень мало. Павелский в ближний угол, Демка. Почему не в дальний? Персон. Миллер. Отбили. 2 минуты. Взял. Хорош силовой. Миллер. Забирай. Эриксон. Мимо. Миллер. Бросок касания. Не дают бросить. Эриксон попадает в защитника. Фух. Минута остается. Форбат. Нужен гол от тебя. Есть передача. Защита и голкипер справляются с этим моментом. Жестко, жестко. Где шайба? В дальний угол все-таки. Да что ж тебя, а? Господи, что за каша-малаша-то такая? Алексеяк, Алексеяк, ты ж был перед ним, ну отбери ты шайбу. Остров невезения в океане есть? Остров невезения. Тра-та-та-ра-та. Клинберг, переиграй, ну вот! 4-3 у нас есть еще шанс. Реабилитировался после удаления. Четыре 36 до конца периода. Есть еще время. Факса. Доходит шайба до Факса и бросок. Демка, как ты это цивишь? Ну это просто. Ну прошла. Так. Теперь аккуратно. Есть бросок. Голкипер. Гад такой. Я готов убегать. Нет, не готов. Откатываемся. Нет, готов. Радулов перехват. Хейсканен. Бросок, Демка. 38 секунд. Ну, оценки вроде хорошие. Командная игра будет... Почему тройка? Я не понимаю. Почему? Сейчас мы изучим этот. Все галочки стоят. Бесит. Бэм, бросок! Отбор, 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 отбор. Ну, куда же вы откатываетесь? Прессинг. Сегин, передача. Шайба в воротах. 4-4. Кто это делает? Это Бэм делает. Сегин, передача. И Бэм в ближний угол. Хорош. Хорош. Демка, несешь тебе тащить. Красота. Бен, передача дошла. Бросок. Эх, Сигин, сейчас бы еще пятую бы забросить. 13 секунд. Ой, как опасно. Ух, рикошет. Не ошибаться. Секунда. Бен, бросай уже все. Ну что, овертайм? Фу, дотащили до овертайма. Просто дотащили. По-другому никак. Да по-другому никак. Погнали. Погнали. Бывают не очень удачные у нас овертаймы, но надеюсь, что здесь нам повезет. Хотя в этой игре не очень-то сильно и везло. Отбор нужен. Хорошо, Радулов. Сегин. Бросок ближний, Демко. Удаление. 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 Две минутки получите. А я пока на скамейку. До конца овертайма будет удаление.
4 на 3 играем. Здесь выигранное вбрасывание, передача Факси. Подставленная клюшка. Павелский подбор. Павелский, выкатывай. Павелский, отдай Хейсканину. Хейсканин, нет, не бросает. Не решился, вот только сейчас Павелский бросил. Ну, это броском не назвать, конечно. Есть выигранное вбрасывание. Бросай сразу же, Хонка. Почему вы так ждете-то долго? Хейсканин в дальний угол. Демко ловушкой. Вроде бы вбрасывание выигрывается. Почему сразу же не бросить? У тебя был момент дважды бросить. Нет. Дождался, пока защитник на него выкатит. Держи. Вперед. Вперед, Факса. Вперед. Факса. Факса, передача Демку. Сейвище. Эх, голевая бы была. Была бы голевушка. Если бы сейчас забросили. Бросок первый в овертайме. Сейвим. Опа, отбили. Ну все, у них вышел, кстати, четвертый. Фух. В конце было опасненько. Бен. Бен. Ну что это за финты? Бросок. Бенчик. И последняя атака на наши ворота. Майерс. Миллер. Жесткий силовой. И это буллиты. И это буллиты, друзья. Это буллиты. Погнали. Нет, не взяли. Просто вкатил до последнего. Сегин. Нет. Персон. Отбил. Давай, Саня, давай. Радулов. Голкипер. Хорват. Отбил. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, Бенчик, ты можешь. Нет. Мы проиграли по буллитам, но, блин. Обидно. Обидное поражение. Обидное. Ну, одно очко взяли. Ну, что это одно очко нам даст? 3-4, 27 по броскам. Жесть. Жесть, 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 жесть. Очень обидно. Ну, ладно, увидимся с вами в следующей игре. Погнали. Ну что, второй матч. Играем с Филадельфией. Предыдущие проиграли по буллитам. Это печально, но постараемся этот матч выиграть. Клинберг не может играть. Ну, может быть, хоть свои ворота не будет забрасывать. Да, по очкам просто жопень-жопень-жопеньская. Ну, постараемся догнать. Погнали. У нас еще половина сезона. Домашняя арена нам не приносит результатов, поэтому я опасаюсь, что в этот раз все будет так же, как и в предыдущих. Бросок. Защитник за собой увозит шайбу. Бен. Передача на Хейсканина. Линдел в первом звене теперь играет. Линдел. Передача от ворот. Хейсканин. Бен. Передача Сегину. Сегин. А некому отдать передачу. Только вот сейчас. Хейсканин. Хороший бросок. Алексеяк. Павелский. Бросок. Шайба в воротах. Это была шикарнейшая передача под бросочек. Разорвали голкипера. Факса молодец. Красиво упал в девятку. Смотрим на повторе. Передача противоположный борт. Ну, это просто шикарно. Субан был переигран. Субан, значит, в Филадельфии теперь играет. Окей. И бросочек. В падении пытался Субан достать. Но тут точный бросок в девятку. Такие не берутся. Бросает. Шайба под нами где-то. Не вижу. Где шайба? Вот это нам сейчас повезло. Факса, подбор. Факса, бросок. Голкипер. Бросочек нужен. Шайба в воротах. Просто подумал, что нужно бросить. И бросил в дальний угол. Субан опять же не сейвит.
Шикарнейший гол. 2-0. И мы с вами повели уже в две шайбы. Передачка! И как эта шайба сейчас не в ворота? Закрыть угол. Ждем броска. Проворов бросает. Хинс, передача. Кому удаление зарабатывает. Что-то Филадельфия плывет. Мне кажется, что эту игру нужно доводить до победы. Повелски набросит на ворота. Голкипер. Подбор есть. Факса, бросок. И это дубль или нет? Это первый гол. Кроу. Как я понимаю, он именно так читается. Хрен его знает, как он читается. Ну, в общем, Джордан Кроу забрасывает свой первый гол в сезоне. И третий для нас в этой игре. На дальнюю штангу передача и замыкает. Кюрёу эту шайбу. В общем, 3-0. Это хорошо. Передачка есть! Бросок, Субан! А сейчас бы Факса мог и забросить. Ремздюк! Ремздюк! Бросок! Шайба у нас. Забирай. Последняя минута пошла. Ремздюк передачу лишнюю отдал, нужно самому было бросать. Ну все, заканчивается первый период, выигрываем его 3-0, ничего себе, да, вы скажете. Но все еще впереди, посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет во втором периоде, могут наши подсесть и все, и игра не пойдет. Ремздюк, передача, оп, закрыть угол, хорошо. Бен, Радулов, передача на синюю, Хайск один, подбор шайбы, Радулов под передачу Бену, а нет, это Сигин был. Жестко аж шлем слетает у Сигина. И бросок голкипера точно в него. Форвард на синюю, и бросок, касание, шайба в воротах, это 4-0. Это 4-0, друзья, и кто бы мог подумать, что мы сможем это сделать и выигрывать 4-0. Учитывая, что в последнее время у нас есть проблемы. Помогает нам Субан, конечно же, с этим результатом. Осталось только Радулову отличиться, и тогда игра, можно сказать, сделана. Джо Павелски. Красавчик. Четвертая шайба в сегодняшней игре. И бросок. Есть бросок! Застревает в защитниках. Взял. Взял аккуратно. Уже своему отдавать. Тут их трое стоит. Точно один из них примет шайбу. Как красиво ушел! Не поймали шайбу. Но зато отбили. Линблом. Бросок! Сейвим. Драка. Будет драка. А мы сможем подраться с Субаном? Субан, брат. Нет. Не хочешь? Ну и ладно. Давай помогу, брат. Бей его. Дай ему клюшкой. На. Ты гад. На клюшкой. Ах ты гадина. На тебе клюшкой. Нашего победил все-таки в битве. Линдл наполучал. Вот тебе и играть в первом звене, да? Проиграли вбрасывание сразу же. Взял. Проиграем вбрасывание. Выбросить. А нет, мы же не в меньшинстве. Зачем выбрасывать, если можно идти в атаку? Передачка! И нужно было хэт-трик делать. Выкатил. А вот и хэт-трик. А вот и хэт-трик, друзья. А, не хэт-трик, второй гол здесь. Блин, я думал хэт-трик. Прости, брат. Обознался. Ну это пятая шайба для нас. И кажись, там голкипер, кстати, сквозь ноги. А, замена. Субана. Кутюрье. Взял. Проиграли вбрасывание. Отбил! Ух! Факса на синюю. И бросок. Нет. Хэт-трик. Нет. Отбили. Линдблом. Отобрать у него шайбу. Отобрать. Последние секунды тикают. Факса вперед. Павелски. Ну и все, конец второго периода. 5-0 ведем.
5-0 ведем, 13-18 по броскам. Кстати, не так уж и далеко мы по броскам-то оторвались от них, а? Всего лишь на 5 бросков. И эти 5 бросков как раз-таки нужны Филадельфии, чтобы сравнять счет. Эй, сканим Бен. Бен один там, Сигин. Но Радулов! Голкипер. По-велски встретили его. Но тут Бен и его тоже встретили. Заиграла Филадельфия. Заиграла в обороне. После смены голкипера. Почему нельзя было играть так же до смены голкипера? Непонятно. Сливают Субана. Гады такие. Тихо. Тихо. Тихо! И это сейвим. Фух. Сейвить. Взяли. Проиграли вбрасывание. Кутюрье. Бросок касания с пятака. Взяли. Бросок мимо. Майерс. Ух ты! Из-под нас шайба-то вылетела. Слава богу. Спасибо защитникам. Бен. 5,5 минут. Бен, аккуратно, не теряем шайбу в зоне соперника. Играем аккуратненько. Сигин. Какой офсайд? Мы уже были в зоне, судья. Ну же, Бен. Как красиво. Как красиво он сейчас забросит. Что они себе позволяют, эти пижоны. 17 гол в этом сезоне. Капитан команды. Смотрим на повторе. Посмотрите. Бросок Дацука. Ну, это просто пижон, а? Вот пижон. Вот пижонище. Сигин. Сигин. Бен. На синюю. Хейсканин. Радулов. Есть все-таки гол Радулова. 7-0. Что творят эти черти? Что творят эти черти? Скандела. Кутюрье. Опа, отбили! Фу! Пацаны, Майерс. Нет! Нет! 2:20 до конца игры. Перемотайте мою жизнь обратно, Маркус Кандела. Что ты сейчас наделал? Как защитники разъехались, да, красиво сейчас? И надо было выкатиться вперед. Нет. Проворова встретит. Ну как же так-то? Бен, передача. Ну мне уже пофигу, если честно, на голы. Отбил. Ну коньками забросил. Коньками же забросил! Все понятно. Это победа, но, блин, я до сухаря 2:20 не додержал. И вот такие ужасные оценки. Серьезно. Обидно. Обидно, что так не ценит меня наш тренер. Увидимся с вами уже в следующей серии. Обязательно подписывайтесь на канал. Следующая серия в понедельник. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока.